городом, и поверьте мне, в Екатеринбурге, конечно, меньше волна туристическая посещает этот город, но город кишит постоянно наполнен туристами, потому что всегда есть желающие посетить, увидеть хотя бы раз в жизни, окунуться в эту атмосферу небывалую и увидеть, какая архитектура впечатляет. Если отдать должное, то что большая часть построек, которые вы видели, 13-14. Мы с вами через полчасика буквально будем уже на месте, быстренько вас развезем на исходной точке, где мы вас собирали. Завтра те, кто в Верону собрался, не опаздывайте, пунктуальность, господа. И мы с вами увидим еще один из прекрасных историй свыше 2000 лет становления этому городу предшествует. Еще слева будет. Персонажи, вы побываете на исторической родине персонажа, по моему интеллекту, и увидите. Лидо Диезало. Это я говорю, что не допустим. Это мы едем сюда. Возвращаемся из Венеции в отель. Частные дома, я так понимаю. Да. Все меньше, меньше, меньше. Yeah.
подожди, а завтра же вторник. Завтра же еще. 7 дней. Не впадает. Канал в море, да? Не стоит. Только моя сложная рота открыта. Опять эти домики. Или что? Нет, это яхты. Нет. Яхты. Да, потому что я ей сказала, что я парковка езжаю на следующую неделю. Я уже планировала, знаешь, что мне там примерно на вторник назначали, что я как раз во вторник. С той стороны, конечно, выключаю сейчас. Это раздражает. Зала. Очень темно. С утра собирали сегодня, у нас первыми готовятся к выходу господа проживающего. Суки какие, они мне на телефон раз позвонили. Будьте внимательны, пожалуйста, не забывайте ваши вещи в салоне. Ну ладно, раз я все равно не смогу туда в ближайшие дни приехать. Да. Извините, да, заговорился.